Джей Адамс – один из самых выдающихся скейтбордистов в истории. И самый молодой участник команды Zephyr Z-Boys с уникальным стилем катания, вдохновленный океаническим серфингом, который, безусловно, повлиял на индустрию скейтбординга. Джей Адамс родился в Калифорнии, рядом с Винс-Бич. Конечно, как все местные мальчишки, начал кататься на скейтборде с 4 лет. В 1974 году, в возрасте 13 лет, Адамс стал самым молодым участником, который присоединился к команде серфингистов Zephyr в Санта-Монике, известной местным жителям как Догтаун. Ученик Z-Boys Тони Альва сказал об Адамсе следующее. Некоторые дети рождаются и растут на молоке и печенье, а Джей родился и вырос на серфинге и скейтборде. Z-Boys — это команда скейтеров и серферов, которые действительно стали легендой для нескольких поколений. Адамс был первым участником, который принял участие в соревнованиях, состоящихся в местечке Дель-Мар, Калифорния, заняв второе место в юношеском фристайле. Его взрывной стиль катания очень сильно контрастировал с традиционным стилем той эпохи, который все еще основывался на трюках и стиле гимнастики, сформированных в 60-х годах. Значительная часть популярности Адамса и остальной славы команды Zephyr принадлежит фотографу, журналисту и писателю Крейгу Стейсику. В 1975 году в журнале Skateboarder он рассказывал о приключениях Z-Boys, которые катались в плавательных бассейнах, оставшихся сухими во время большой засухи в Южной Калифорнии. В течение 2 лет, заложив основу для нового стиля катания Верт. Вскоре после национального чемпионата в Дель-Мар команда Zephyr распалась. Половина команды Zephyr сформировали новую под руководством отчима Адамса Кента Шервуда, который делал доски Zephyr. Шервуд и Адамс создали бренд и команду Yes Rider, которая через 6 месяцев изменила свое название на Z-Flex. Адамс был лицом бренда. По словам бывшего товарища по команде Z-Boys Стейси Пиральта, Адамс, вероятно, не самый великий скейтбордист всех времен, но я могу сказать, не боясь, то явно он является архетипом современного скейтбординга. Он умер от сердечного приступа в 2014 году.